Всем привет, дорогие мои друзья цветоводы! Сейчас разбирала залежи семян, и вот что я обнаружила. Ну, не могла я с вами не поделиться своей находкой. Смотрите, что я нашла. Это семена, которые я собирала сама. И, по-моему, даже в прошлом году я их не нашла. Они уже лежат, наверное, это вот, наверное, с прошлого года. А вот эти, наверное, с поза. И даже вот 2018 год, сальпиглоссис. Хочу протестировать семена, которые я нашла в своих, так сказать, залежах. Даже, смотрите, насобирала вот таких вот колбочек. Это от семян петунии сеял. И вот все сохранила, и пакетики. Ой, кто так же делает, расскажите в своих комментариях. Так, а вот здесь вот у меня Астра помпонная смесь, тоже 2018 год. Смотрите, какое богатство, если только они схожие. Так, это гвоздика или бархатцы, что это такое? По осени я тоже бархатцы собирала. И гвоздику собирала. Посмотрите, какое богатство. Сколько семян гвоздики. Гвоздика турецкая, роскошная. У мамы моей в огороде растет. У меня тоже небольшой островочек растет. Но у нее прям масса огромная. Там цвета разные. Так, это что у нас такое? Семена укропа. Посмотрите, это же просто вот богатство из богатства. Вот, смотрите, сколько. Вот сейчас буду тестировать. А запах какой-то семян. Сейчас буду тестировать. Так, нашла вот еще бобы. Интересно тоже. Зайдут, не зайдут. Просто проверить интересно мне. Так, что я еще нашла? Даже не знаю, что. Так. Какая-то бумаженция вложена. Красивая гвоздика. Высокая. Вот так. Прям чистенькие. Семечко к семечку. Сейчас все попробуем, все протестируем на ваших прям глазах. Посею, потом все покажу. Так, что у нас здесь? Гвоздика красивая. Видите, какие бумажечки. Вот, а вот такое количество. Здесь 100 тысяч полей футбольных можно засеять таким количеством. А бархатцев это просто какой-то океан. Так, все, сейчас буду пробовать сеять. А вот сальпиглоссис для меня это вообще находка. Я собрала свои семена. Посмотрите, как я их упаковала. Это был 2018 год. Вот так вот в ваточку. Сейчас поближе сделаю даже. Так. Вот так вот ватный диск. Завернула. Это у меня отцвели сальпиглоссисы. Я собрала свойские семена. Посмотрите, какие они. Может быть, зайдут. Посею прям, ну, 10 семечек посею. Просто интересно, будут они всходить или нет. Конечно, это маловероятно, потому что даже вот сеяла я семена петуний уже просроченных, и они вообще никак себя не показали. Так, а здесь у нас что? Семена георгин веселые ребята. Однолетние желтые. Тоже вон целая россыпь. Сейчас вот купить пакетик семян. Это, знаете, все в копеечку влетает. Ну что, давайте тестировать. Что у нас с вами получится, это мы узнаем через несколько дней.
Будут они всходить, не будут они всходить. Начнем, пожалуй, с альпиглоссиса. Так, немножечко примну. Так, где-то у меня еще чего-то было. Вот тоже гвоздика. А, вот. Вот чего еще нашла. Смотрите, в пакетик сыпала. Подписала. Петунья, смесь окрасок. Вот, насобирала. Сейчас сюда петунью и сальпиглоссиус посеем. Как обычно. Как обычно, увлажняем. Ну, посев семян уже вот я показывала в предыдущих видеороликах. Здесь надо получше, наверное, увлажнить, чтобы семена прям размокли. Ну и значит, сюда посеем сейчас петуньку. Немножечко совсем возьму. А как взять немножечко? Кто знает? Наверное, надо на бумажечку высыпать. Вот так чуть-чуть. Петунии, знаете, как вот сыпанешь, так сыпанешь. Мне для тестирования много не нужно. Если уж они... Ой, уже нас... Уже насыпала, можно даже не сыпать. Если уж они взойдут, это будет хорошо. Ну, они взойдут, значит, и не надо. Так. Свойские семена, надо же, как сохранились. Я вот не лазила в эту коробку. Сколько времени? Так, ладно. Бумаженцию хочу туда засунуть. Так. И где-то вот помню еще был, знаете, от Kinder Surprise яичко желтое, там тоже петунии. Ну и сальпиков сейчас сюда посыпем немножечко. Так. Убираем. Еще раз побрызгаю. Все, хватит. И накрываем крышечкой. Эти контейнеры, кстати, очень хорошо помогают для посева. Так, сюда чего мы попробуем? Астрочку. Так, сейчас немножко еще добавлю земельки. Увлажняем. Сейчас сюда георгинчиков брошу и бархатцев. Вот чего сюда положу. Так, георгинчики. Ой, они такие были красивые, я помню. Надо же, я их помню. Вот от шелухи от этой отделять или нет? Слушайте, бархат, что ли, у меня все вместе. Что-то непонятное, какая-то смесь. Ну ладно, вот эти вот штучки. О, как разлетелись. Видите, как семена выглядят георгинов. Вот так. Так. Сейчас сюда еще бархатцы всыпану. И будем наблюдать. Зайдут, не зайдут. Так, бархатцы. Так, это не бархатцы. Вот они, бархатцы. У нас прям с вами как прямой эфир. Все в прямом эфире, без купюр, без редакции. Вот так сыпану сейчас сюда. Ой, как если все взойдут. Ой, ой, как взойдут.
да, в такую рань. Так, земельку, так, полить. Размочить все это дело. И земельку еще присыпать вот так. Все-таки это не поверхностный посев. Вот так немножечко присыпаем земелькой. Вот так. А то уже скоро сеять нужно будет и георгины, и бархатцы. Побегу ведь за семенами. Этих семян я еще не покупала. Однолеточек. Уж больно нравятся мне веселые ребята, георгинчики. Сею их каждый год. Так они красиво украшают сад, мираби и мирабелис в том числе. Ну, мирабелис в прошлом году я сеяла, мои семена оказались лучше покупных. Вот, ну вот еще один лоточек возьму, сюда посеем гвоздику и астры. Гвоздику и укроп еще. Астру, гвоздику и укроп. Так. И какая радостная новость. Вот завязала такого, а? Чтобы не развязалась. Так. Ну, с Богом. Что называется. Так, астру. Для проверки достаточно. Теперь гвоздика. Так. И проверим еще семена укропчика. Ну, вот так вот чуть-чуть. Вот уже можно будет знать, какой процент зайдет. Намочили хорошенько. Так. Земелька притрусим сейчас. Ну, хотя вот укроп можно поверхностно сеять. Потому что когда он в огороде сыпется с зонтиков, никто же его не заделает. Хотя нет, заделываем, перекапываем, рыхлеем весной. Вот. Но мне приходится укроп сеять отдельно, потому что у меня он на участке не очень хорошо растет. Вот что интересно, у соседей через забор прям этого укропа, ну прям целые, ну вот завались его, как говорится. У меня не растет. Ну, земля, видимо, мне нравится так. Так, ну все. Вот так чуть-чуть разровняем. Еще раз спрыснем. Так как семена лежат давно. Так, все это мы пленочкой накроем сейчас. Так, ну осталось только проверить бобы. Бобы, кажется, свежие от прошлого года. Ну вот. Сейчас мы тогда сделаем канавку туда воды. И бобик туда положим. Ну, боб сажаем на ребро. Кладем вот так вот. И приблизительно на 2-3 сантиметра его заглубляем. Такими кустами. Ну вот. Все. От семян, кстати, такой запах приятный.
от гвоздики, от бархатцев, вообще прям медовый. Как будто вот их только что сорвали. Так, ну все. Вот так, дорогие мои друзья. Вот такую находку сегодня я вам показала. О, это поставлю вот так сюда. Это уже накрою крышечку прозрачную. Вот такую находку показала. Такое богатство обнаружила. Обязательно вам отчитаюсь, как у меня взошли семена или не взошли семена. Выбросить мне их пришлось. Или будем сеять и дарить кому-нибудь. Вот. Все. До новых встреч, дорогие мои друзья.